yapıyoruz. Vakt topu tüylerimi atlattım, gülüp atlattım. Да, вот так сделаем. Сейчас как называется? Столько лет,
Αντιμετωπίζει τη λύση να ιδρύσει κάποιον τους και που τους υπέρχεσαι возможность петь для той единственной, которая когда-то придумал себе и буду учить в сердце, а вы будете Зайдем, говорят, что там очень красиво, там можно фотографировать. А здесь тоже красиво? Сказали, что вот это очень красиво. Да, да, приятно. Ну, папа сказал, а вот так вот нельзя же красиво? Немножко хоть вот. Да. Нет, это всё концепт. Да. Салам, салам. Я даже с чипом на стенках. И ты всех на стенках. Хорошо, охрана труда. Разошлась, помню. Вот. Прямой эфир? Да, прямой эфир. Салам алейкум, Ташкент! Вот он мой народ. Вот здесь вот. Хамаге салам алейкум. Салам алейкум. Здравствуйте. Капитал шоу «Поле чудес». Вот так и прошел. Бахетле? Бахетле, да. Вот мы сегодня... Это как угадал? Я сегодня искал черно-белый бахетле, был в салоне, не нашел. Что себе бомбер сделать? Спасибо, Боже. Шоу-шоу по узбекской музыке Востока. Суперзвезда. Это специально из Сурхангали. Мы узнали, что ты, я не знаю, правильно, нет, угадала, нет, гранаты видишь. Дети, я, все мои. Да. Это как-то верблюжьи зубы называется, из Сурхангали специально привезли. А это наш общий узбекский гостиница. Да, спасибо большое. Ну большое. Что ж, ты, ладно, ты, ты потом на концерт. Спасибо. Так приятно, Юду. Садитесь, я вот. Вам тоже. Извините, что помешали вам. Да вы что, мы же вас пригласили. Ну вот как, это когда прочла мои мысли. Вообще, только что. Черное белое, говорю, нет, нету. Хотел себе сделать бомбер. Нет, просто не набирал. Шелковое, это шелковое. Шелковое, да.
Сегодня скажете, что не хватит именно этот рисунок потом еще сделать. Я думаю, что хватит, если не хватит. Юлдус, это Арсен, он работает с Филиппом. Арсен, он очень приятно. Где мы виделись? Фавана? Нет, мы с вами уже есть. Ташкент. А Ташкент, да? Да, так что... Да. Сейчас покажу просто, что не было, где мы ходили, сегодня ездили. Легенда пришла ко мне сегодня в гости, Юлдус Усманова. Золотая, голос Востока, голос Узбекистана. Столько лет дружим, 30 лет. Ну, спасибо большое. Ну, что я жду на концерте да, сегодня. Да, вот на концерте. Сегодня мы... Как те гости прощаются, не уходят, но еще один концерт. В уходящем 2019 году десятилетие. Узбекистан, Ташкент. Программа The Best.